начала лет, и как всегда, школа «Утре» представляет свою программу концертную. Но сегодня не только школа «Утре» на сцене, сегодня мы в гостях у студенческого клуба Саратовского государственного университета имени Николая Гавриловича Чернышевского. И здесь есть свой замечательный балет, который называется «Люданс Компани», балет Саратовского государственного университета. Руководит им прошлой Елена Владимировна, небезызвестная вам, она же у нас завуч нашей школы. Сегодня два коллектива показывают вам практически 90% новых номеров, поставленных за год. Стандартная просьба – выключить телефоны. Еще одна стандартная просьба – отключить вспышки на ваших фотоаппаратах. Повторю еще раз, потому что в прошлый раз дети у нас танцевали практически вслепую, потому что мамы не могут не фотографировать своих детей, со вспышкой получается лучше. Но ребенок иногда падает после вспышки. Поэтому отключайте вспышки, пожалуйста. Приятного вам просмотра. Хореография Светланы Таранухиной. Исполняют учащиеся подготовительных курсов. Зов джунглей.
Реагентия Елена Крошина исполняет балет Саратовского государственного университета «Люданс Компани», учащиеся 7 курса Саратовской хореографической школы «Антре». Письма с фронта. Учащиеся 1 курса хореографической школы «Антре». Однажды в Африке.
Выпускники 2014 года Саратовской хореографической школы МТРЭ. Между нами. Thank you.
Хореография Светланы Таранухиной. Исполняет учащиеся подготовительных курсов хореографической школы «Антре». Фрагмент балета «Картинки с выставки. Дети и бабочки». Саратовского государственного университета «Люденс Компани». Хореография Елены Крошиной. «Замкнутый круг». Thank you.
Хореография Елены Прошиной, Нины Разиной исполняют учащиеся 4-го и 5-го курсов хореографической школы «Антре». Фрагмент балета «Картинки с выставки. Мир безмолвен». Thank you.
Елена Прошина исполняет выпускники 2014 года хореографической школы «Антре». Энтомология. Саратовского государственного университета Людонс Компани. Хореография Елены Прошиной. Тема Астора Пьяццоллы. Mm-hmm.
Елены Прошиной, Светланы Таранухиной, исполняет учащиеся 1, 4, 5 курса хореографической школы Антре. Фрагмент балета «Картинки с выставки. Баба-Яга и нерусский дух». Thank you.
Контрактный балет «Я вернусь к тебе, Париж». Музыка и вокал Кирилл Покровский, Бельгия. Слова и вокал Валерия Андерс, Нидерланды. Хореография Елена Прошина, Россия. В балете заняты учащиеся средних и старших курсов хореографической школы «Антре», балет Саратовского государственного университета «Люданс Компани». «Я вернусь к тебе, Париж». Это фотографии из домашних альбомов разных людей, разных лет. Остановленные мгновения нормальной человеческой жизни. Такой теплой, доброй, полной любви и надежды она должна быть. Эти уникальные фотоальбомы отражают совсем другую жизнь. В них собраны домашние фотографии сталинского ГУЛАГа. Мне было в то время 23 года. Арестовали меня дома. Пришли ночью двое. Один в гражданском, а другой майор. ГУЛАГ фото хранит множество историй. Мы хотим остановиться лишь на немногих. Познакомились мы с летчиками, французами. Нормандская эскадрилья, знаете. Они же у нас были здесь, в России, в Орле. Влюбилась я в одного капитана. Такой был Пьер Шанель. Очень красивый парень. Имел наших два ордена. Первая степень Отечественной войны и вторая степень. Мы очень подружились. Потом они уехали на аэродром, где у них была стоянка. Мы имели переписку. А оказывается, эта вся переписка контролировалась. А я писала совершенно откровенно, что вот за мной начали следить, началась слежка. Может быть, это связано с тем, что я вот с тобой познакомилась и так далее, и тому подобное. Переписывались. И вот в этот период, как раз, когда его не было в Москве, меня и забрали. И мне дали в совокупности преступление, значит, 15 лет. Француз не бросил свою подругу. Он не понимал, как любовь к офицеру союзной страны может быть преступлением. Воевал, ходил, ну что ходить. Шпион тогда и все. Она шпионка русская. Это они ему еще внушали, понимаете? Да? Обвинения были абсурдными. В вину ставилось желание Ольги увидеть другие страны. Хватало и других нелепостей. Вы восторгались тряпками заграничными? Я говорю, ну, а если они красивые, если они качественные? У вас всю жизнь были изменчивые настроения. Парам, 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 il arrive en courant derrière moi. Парам, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Мы в этих сапожках, не валенок, ничего, в пальтишках своих, которые еще нам передали. Замерзали, пока нас приняли, пока что. Вот на третий опыт, третья шахта в Иркуте, я попала на один из первых. А потом нас перебрасывали без конца. И все время, все вот почти 10 лет, шпалы здесь, рельса на плечах. Сейчас, конечно, своими силами никаких нет ни механизации, ничего, и разгружали, и таскали, и прокладывали дорогу, и комары нас ели, шкаевы, и издевались как хотели. Нас политических водили так, с собаками, по 5-6 человек конвоя, с автоматами. Еще если был Вологодский-то конвой, но тут пиши пропало. Шок, блево, провокация,
Шаг это дословно, я говорю, шаг влево агитация, прыжок вверх считается побег. Стреляю без предупреждения. Не без предупреждения, без предупреждения. Вот мы, конечно, идем на сосмерение. Как грустно. Начальники лагерей страдали от ожирения и просились в отпуск для лечения. Зэки жили в другом измерении. Турнепс дадут тебе, вот турнепс, она одна болтается в этой водичке. И еще капнут машинного масла. И ты съедаешь, потому что больше есть нечего. И хлеб, который ты заработал. Если ты хорошо работал, 600 граммов. Это максимальная порция. А так 300-400. И чашечку, ложечку, чайную ложку сахара на весь день. Условия жуткие. То есть там мы были не людьми. Это был самый настоящий спор. В хронике послевоенных лет жизнь предстает вечным праздником. Пока не щелкнет затвор камеры невидимого фотографа, превращая тебя в гулаг фото. Thank you.
мир черный, мир был так не защищен. Наш мир черный, наш мир узорный. Yeah.